Друзья, всем привет! На прошлые выходные не получилось съездить на рыбалку, так как у нас испортилась погода и шел дождь, дул сильный ветер. Вчера поехал на Стародубовку, посидел несколько часов, поймал два карасика и пришлось уезжать, ехать домой, так как по Донцу очень много несет ряски, водорослей, постоянно цепляется за леску, за шнур, ловить практически невозможно. Решил сходить на лесное озеро, половить на поплопопер, красноперку и плотву. Собрал по крафт, сейчас еще подсоберу спиннинг ультралайт, стану на воду, поплаваю по озеру, побросаю, немножко порыбачу. Здесь очень красивая природа, тихие такие дикие места. В обед планирую пожарить колбаску. Встал я уже на воду, собрал спиннинг, поставил 3-граммовый поплопопер. Можно уже пробовать и забрасывать. На крючок сегодня взял червяка и опарыша. Но ловить, наверное, буду больше на опарыша. Маленький крючочек, пятерочка. Два опарика. И начну, наверное, ребята, вот с того залива. И буду здесь по озеру перемещаться. Есть, ребята, с первого заброса есть плотвичка. Вот такая вот, ребята, первая плотвичка. Второй заброс. Есть поклевка, есть. Сошла, сошла, ребята. На третьем забросе, ребята, щука поломала спиннинг. Поймал небольшого себеля, пока подтаскивал, она его влупила и такой резкий удар переломала. Вон там, видно, я скрутилась за лентой. Ну, а что делать, ну не ехать же домой. Самое главное, чтобы еще-то не клюнула, не доломала дальше. Вот такая плотвичка небольшая.
Вот, ребята, только что попался хороший такой красномпер. А не, ребят, это плотва. Смотрите, какая хорошая плотвичка клюнула. На парика. Попробую еще раз в это место, где плотва клюнула, забросить. Сошла. Мелкая красноперка. О, ребят, это тоже хорошенькое. Это красноперочка. Красноперка. Только выключил камеру, думал переходить на другое место, и клюнула вот такая хорошая красноперка, ладошечная. Ребята, красавица такая, аж золотистого цвета. Проглотила. Ладно, сейчас ее цеплю и буду продолжать ловить дальше.
Вот еще одна клюнула, такая хорошая красноперка. Здесь вообще мель, дно видно. Смотрите, сколько малька. Просто тучи, тучи стоит малька. И вот на этой мели клюнула такая хорошая красноперка. Окуня почему-то не видно. Щука гоняет. Одна мини-удочку поломала. А окунька не видно. Один краснопер и плотвичка. Ну, такая вот хорошая. Попробую еще раз туда забросить. Вон там видно, ходит крупная плотва такая. Или красноперка. Есть, есть поклевка. Это, ребята, наверное, небольшая. Крупная, если клюет, так, так хорошо. Уводит сразу. А мелочь вот эта потихоньку дыбает. Боится, боится, шурливо, ребят. А, густерка, ребят. Смотрите, густерка небольшая. Сейчас попробую в другую сторону бросить. О, вот это убило. Хорошенькая. Вот это поклевка, так поклевка. Когда крупная берет, поплопопер вытягивает мгновенно. Вот, ребятки, еще одна такая хорошенькая. Еще одна поклевка на этом же месте.
Вот, ребята, и плотвичка такая неплохая. Перезабросил он туда подальше. Вот такая плотва. Хороший сегодня денек для того, чтобы ловить на поплопопер. Хорошо, не жарко. Ветра нету, тихо и спокойно. На покрафте удобно сидеть, спина не болит. Можно хоть целый день сидеть и не устаешь. Сейчас еще, наверное, вот там вот лекомышика немного обловлю, вот эту заводь. И пойду, там вот есть место, где можно пожарить колбаски. Я вам когда-то его показывал, там навес небольшой, костровище есть. И зайду туда, там пообедаю. И пойду еще дальше в залив схожу. И в обратную сторону. Вот, ребята, такая хорошая клюнула, хорошая. Золотистая. Вот такая красноперка. Красавица. Хорошая. Вот таких приятно ловить. И поклевки хорошие, и тащить приятно. Вот такая. А ну еще разок туда. Клюет. Еще одна хорошенькая. О. Так, подожди. Всего меня вымазало. А ну еще разок. О! Это вообще, ребята, капитальное. Ладно, отцеплю ее. Подожди, подожди. Вот такой, ребята, краснопер. Хороший. Зашла водоросля, ребята. И вот еще один такой хороший кабанчик клюнул. И все, ребята, с того же, с одного места. Туда забрасываю, и там поклевки хорошие.
Время уже начало второго, вышел немножко размяться, пора уже и перекусить. Первый раз за целый день только пью воду. Вот такая, ребята, здесь беседка. Я ее когда-то уже показывал, по-моему, и в зимних видео, и когда я весной приходил, ловил на поплопопер, но я по берегу тогда ходил в протоке. Особо с того времени ничего не поменялось, только набросали еще мусора больше. Ну а что делать? Браконьеры, ребята, свиньи. Приходят, сети ставят, бухают, мусор бросают и уезжают. Сейчас разведу там костерок где-то, пожарю колбаски, пообедаю и еще пару часиков половлю. Не знаю, наверное, нельзя говорить, что погода хорошая. Только сказал, что ветра нету, погода хорошая. Сразу же вот поднялся ветерок, затянуло тучами. Самое главное, чтобы не было дождя. Если будет дождь, придется мне срочно текать, так как я поставил машину в таком месте. Если пройдет дождь, я туда не выйду. А мне сегодня еще, ребята, в ночь на работу. Будем надеяться, что дождя не будет. Ладно, ребятки, распаливаю костер и жарю колбаски. Сейчас и заодно, наверное, спалю вот этот весь мусор, который здесь набросали. Распалил костер, пока собирал дрова, нашел свою старую палку, на которой я в прошлый раз жарил колбаску. Сейчас ее немножко почищу, вырежу еще одну палочку. И немножко костер прогорит, буду жарить уже колбаски. Хочется кушать уже, на природе аппетит нагуливается бегом. Еще и на крафте наплавался. Так, одна палочка готова. Сейчас пойду вырежу еще одну. О, костер печет. Пожарились уже колбаски. Я собрал по кругу весь мусор, который нашел. Сейчас он в костре уже догорает. Набрал две фляги воды. Как только поем и буду уходить, сразу же залью, чтобы не было пожара. Ребята, ну неужели так сложно после себя убрать мусор? Вы же его с собой принесли. Пустые бутылки то домой легче нести. А еще все кричат, мы идем в Европу. Европу, какую там, ребята, Европу? Если вы за собой не можете даже убрать мусор. В Европе так не делают. Ладно, пора кушать и продолжать уже ловить. Откатил я немножко подальше от костра пенек, так как там горит пластик, воняет. Пожарились такие вот колбаски. В этот раз взял попробовать колбаски с сыром. Не знаю, никогда таких не пробовал. А, но пахнет хорошо, уже остыли. Есть у меня хлебушек. Пора уже ножик тащить тупой. И также с дома взял несколько домашних помидорок. Ну, давайте пробовать. Обалденно, ребята, колбаски. Да, они вообще все вкусные. И сыром, и без сыра, и куриные. Недорого стоит. Быстро готовятся. На природе вообще самый раз. Всем приятного аппетита. Так, вкусно поел, костер залил, можно продолжать ловить дальше. Вот теперь еще сюда выйти надо с этих водорослей. О, на озере немножко попрохладнее, здесь ветерок продувает. Так, ребята, первый заброс после обеда. Время
3:30, часиков до 4 до начала 5 половлю и буду уже собираться. Есть, ребят, поклевка. О, вот она, первая после обеда красноперочка. И хорошенькая такая. Хорошо клюнула. Вот такая красноперка. Вот это поклевка. Вот это ведет. А ну, кто у нас там? Кабанчик. Плотва. Вот плотва, конечно, резко вообще клюет. Небольшая плотвичка, а клюет как крупный краснопер. Вот такая. И снова, ребята, такая дикая поклевка. Сейчас посмотрим, кто у нас там. Ну давай, 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 еще давай. Давай, давай. О, есть. Но не большая. Плотва, наверное. Точно плотва. Я же говорю, плотвичка хоть и небольшая, но клюет резво. Такая маленькая плотвичка. Пускай идет. Повесим еще одного парика. Свеженького. Отдай. О, скидывается сзади там. Сейчас я приду, подожди. Еще раз туда шпульнем. Поклевка. А, не. Рано. О, вот это уже хорошенькое. Это уже по-нашему. Плотвичка. Вот такая красавица на тараночку. Самый раз. А, такая вот. Ребята, поклевка такая серьезная. А, не. Это вылетело. И удивительно, даже не сошла. Маленькая плотвичка. А ну еще раз туда. И вот, ребята, только что попалась еще одна такая отличная красноперка. Стандартная ладошка. Таранка будет в самый раз. Ребята, смотрите, прикол. Закинул прямо стрекозу. Таскает теперь по плопопе, смотрите. Это ж надо было так попасть. Давай, давай, тяни. Давай, давай. Оседлали стрекозу. Ладно, сейчас ее постараюсь отцепить.
Она понесла, понесла. И вот, ребята, та стрекоза приманила такую вот красноперку. Бывают же такие случаи в жизни. Такая красноперка. Вот, ребят, попалась еще одна такая обалденная плотвина. Хорошенькая такая. Вот она. Плотва такая. Дикая, озерная. И начинается дождик, ребят. Ё-моё. Ну, эта тучка небольшая. Но надо где-то прятаться. Время уже начало 5, пора собираться и идти домой. Всю рыбу не переловишь, на таранку я себе сегодня подловил. А еще вот там вот, ребята, за лесом идут черные тучи. Наверное, будет дождь, поддувает ветер. Надо быстрее текать, а то на машине я сюда не выйду. Придется здесь ночевать, а мне еще в ночь на работу. Отлично сегодня отдохнул, поплавал на Покровке по озеру. Очень красивое озеро, красивая природа, тихие места, никого нету. Просто отдохнул душевно, ребята. Подловил на поплопопер хороших вот таких вот красноперов. Смотрите, какие хорошие красноперы. Также хорошая такая вот плотва. Там есть одна где-то густерка. Отлично, ребята. Я давно уже хотел подловить краснопера с плотвичкой на таранку. Так как карасик уже с густеркой и с подлещиком надоели. Вообще вот это для меня самая лучшая таранка. Это плотва и краснопер. И таких средних размеров, небольших. Ну, ладошка, чуть больше ладошки. Вот это самый раз. Так что, ребята, кому понравилось такое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем до встречи, пока, еще увидимся.